Всем здорово, на связи Лупайр. Сегодня в этом видеоролике у нас будет Гриффит-шоу инвентарями нуба, про и читера. Эти инвентари вы можете купить в клан-шопе в разделе киты, нуб, про и читер. Кит нуба стоит 99 коинов, кит про 149, ну и кит читера 199. Я всем желаю приятного просмотра, играл на таком проекте как Really World, IP на экранах и в описании. Ну и мы приступаем, поехали! Заходим в раздел киты и покупаем кит нуба. Далее ставим этот шалкер. И здесь у нас вот такой, в принципе, это у нас, ну, железно-кольчужный сет. Инструменты железные, вот такие блоки, голубой краситель, алмазы, гэплинг, сила 1 на 3 минуты, кстати. Скорость 1 и одно дыхание. Давайте мы тогда это все возьмем и, наверное, будем отправляться к грифере. Что хочу тогда сказать, я хотел бы еще сюда, конечно, добавить лук. Если бы он тут был, ну ладно. Также вот сюда вот я буду складывать все выбитые мною ресурсы. Ну и мы приступаем гриферить. Я нашел какого-то голенького челика, давайте мы его сейчас убьем. В принципе, голенького мы спокойно сливаем за 2 крита. Сейчас я буду дальше в РТП, либо может даже пойду на варп ОП. И в принципе там тоже попробую найти чувачку. Ребятки, я нашел кит стартера, давайте мы тогда пропишем ударчик. Это у нас читер, да? Да, это у нас читер. Я как бы не удивлен особо, но мы его все равно сливаем. Тут еще его друг, давайте вот тоже... Алло, еще одного слили сразу. Подождите. Ё-моё, тут алмазка, алмазка. Лютый алмаз. Офигеть. Подожди, подожди, я там выкидываю нафиг, это нам не надо. Офигеть, вот это я выбил все, конечно. Блин, ё-моё, что это такое? Где мой нагрудник? Хоть какой-то уже взять. Блин, надо будет сейчас эндерчест еще открыть. Это мы нафиг выкидываем. Боже, ладно, нагрудник. Тут приват. Ну, надо сейчас будет ресурсы, собственно, в эндерчест сложить. Давайте мы тогда это все берем. Сейчас вы... Вкладываем и тапаемся по-быстренькому на пол, потому что это капец. Офигеть, я столько ресурсов залутал. Это я, чтобы вы понимали, выбил с очень, при очень плохим китом. Типа, я вообще думал, что это человек тоже свои софты подрубит, типа, и, собственно, будет меня убивать. Но он не успел, как бы я его слил быстренько. Сейчас мы тогда обновим свой сетик и продолжим наше гриффер-шоу с данным китом. Только уже тем, то, что мы выбили. Я выбил очень топовый лук, а также меч, который мне очень сильно повышит урон. А также еще очень топовую кирку, ну и хорусы. Жаль, конечно, не выбил еще перл, но еще, может, выбьем. Чиним всю броню, хилимся и отправляемся на РТПНР. Я нашел очень много чувачков, и сейчас хотя бы каких-то мы попробуем убить. Во-первых, те, кто снаружи, давайте их сольем по-быстренькому. Они мне какие-то тут пики дают, но мы их как бы сносим очень на изи. Они там ковры, я не знаю, тэпнет ли меня внутрь. Ну, надеюсь, то, что да. Я, конечно... Честно, вообще не знаю, тэпнет ли реально. Я надеюсь, что никакой топер сюда меня не придет убить, а я проберусь с него внутрь. В очередной раз убиваю этого челика. Блин, я... ты куда убегаешь от меня, чувак? Я уже, и честно говоря, задолбался жрать эти хорусы долбанные. Ну, в принципе... О, кстати, подождите. У меня реально тут перка появилась. Ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Тихо-тихо-тихо, пацаны, вы что делаете? Что творите? Пацаны, вы что делаете? Вали-вали-вали-вали. Ты что, братан, ты что? Ты что, братан? Да падай, пожалуйста. Упади. Ёб твою мать, что делать? Откинуй перку. Я сдох. Честно говоря, не очень, мягко говоря, мы начали наше гриффер-шоу. Но, в принципе, давайте тапаемся на хом. Мы вот такие вот рельсы выбили. Если бы не тот алмазик, я бы реально его вообще там этих чего затащил. Давайте тогда открываем планшоп, киты, и выбираем кит про. И это у нас, ну, статин. Стать. Зельки уже подольше, 8 гэплов. Ну, вообще, очень крутой кит. Вот с таким я уже хотел бы погриферить, вот реально, типа... Поэтому давайте мы эти ресурсы берем. Я не буду даже ничего вылаживать, потому что я думаю, то, что нам сейчас реально все тут понадобится. Даже та же самая лопата. Берем тогда щит и отправляемся на РТП Ниар. Так, я опять пробрался к этим челам. Ё-моё, их тут двое, ё-моё. Гэппл, хавайся. Одного слила. Дальше я кикнула. Подождите, отдай ересы. Ты вообще уйди отсюда. Ты так дохрена. Да тормози, уйди, свали нафиг. Да вы охренели. Че такие тупые. Давайте мы тогда сейчас век напишем. Вот так вот. Во, вообще имбово. Тихо. Я сейчас зельку выплюну всякий. Алё, куда ты мои ресы забрал? О, еще один. Давайте его тоже собьем. Так, ктшечку прописать. Главное его где-то застопить. И дальше я уже сам смогу. Его добить, блин, козел, не убегай, офигел. А, у меня перки есть, точно, я забыл сказать. Так, бафаемся, ага. И перочка, 9 секунд, какие 9 секунд, я ж не доживу. Я же тупо не доживу, реально. Ой, козлина, улыбнула она. Ну, в принципе, окей. Что хочу сказать по итогам, мы выбили лук. В принципе, мы выбили еще стрелы для него. Ну, и так-то все. Из полезного именно мне. Давайте тогда опять отправляемся на РТПНР. Даже можно сразу попробовать найти сейчас чела. А, это у нас гольники. Ну, давайте мы вот так вот
Идем и сливаем. Кстати, повысил уровень клана до 32. А также, если вы хотите попасть в мой клан на Real World, то напишите мне в LS просто, типа, я хочу в клан, и я вас, собственно, инвайт. Также я буду собирать скоро клан на следующий вайп, поэтому, если хотите, то пишите в Discord по поводу следующего вайпа. Опять то же самое место, я вижу Иро, тот самый с софтом, который, да? Да, это тот самый. Опять мы его сейчас сольем, думаю. Стоять, чувак. Не-не-не-не-не, куда ты там хилиться собрался, как бы. Ресурсы уже мои. И давайте попробуем также зайти в дом внутрь. Хотя, блин, ну я сомневаюсь, конечно, что я смогу что-то сделать там. Потому что они меня будут по КД дамажить. Они опять вышли из дома, давайте попробуем еще раз одного чела убить. И он уже, понятно, что это типа софтеры, но, блин. Да я, чувак, нет, блин, он зашел в дом, офигеть. Что ты творишь, чувак, что вы вообще творите, офигевшие? Давайте прыгучись, бьем прыгучись, и все. Я, типа, по идее, должен быть неуязвимый. Ой, короче, да. Подождите, этому сейчас птичку еще одну даем. Оба, обманный маневр. Давай добить уже. О, еще один. Бам, бам и бам. Все, мы его их, точнее, убили. И давайте тогда сейчас будем ливать. Они сейчас опять ресы возьмут и меня будут бить, да? Чуваки, вам ресов не... Я понял, просто в ноль. Ресов вам не жалко. Я с топориком... А, его кикает, забей. Да стой, свали, пожалуйста. Уйди, 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 уйди. Бам, бам. Еще раз. Играли бы они без читов, я бы им, конечно, это все отдал и не таргетил. Но так они играют, ну, может, и не все с читами, но хотя бы там... Понял, вопросов ноль. Хотя бы там где-то человек один уж точно играет, а там уже посмотрим. Я нашел алмазника, я не знаю, конечно, я смогу ли его убить, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что у него лук не хреновенький такой. Но, о, он своего тиммейта убил. Чувак, ну ты, конечно, красавчик, я не спорю. Как бы ты реально красавчик. Ё-моё, ну ты меня сейчас так сольешь, чувак. Ты меня сейчас так реально сольешь, ты чё творишь? Давай, надо добить его, добить, налево. Убили, убили. Гасим еще одного. Тихо. Надо валить надо. Что за лук, что? Сила 5, лук, охренеть. Я уже купил набор читера. Давайте мы вот сюда вот ставим. И это у нас Z3, Z2. Очень крутой меч. Сила 2. Ого, ну это прямо бомба. В принципе, я хотел бы, чтобы мы реально нормально погрифили с данным китом. Выбили нормальные ресурсы, поэтому... Я немножечко добавлю. Я хотел бы взять немножечко перочек, а именно, ну, давайте 10 штучек. И также хорусы, они мне тоже понадобятся. И лук, ну, сила 5 я не буду брать, потому что это реально будет слишком читерно. К примеру, давайте силу 1, ладно. Возьму силу 1, типа, это не особо так уж и повлияет. Думаю, потом еще выпью. Но сейчас мы будем по-настоящему реально гриферить. Это будет очень имбово. Потому что у нас вот такие вот ресурсики. Конечно, я бы осмелился. Хотя, смотрите, макака. Подождите, а... Киллер какой-то еще был, да. О, ребята, у меня есть шанс их слить. Давайте мы это сейчас, давайте заберем. Окей, окей, и заберем. И вот сюда вот выложим, типа мне это, в принципе, не надо. Не знаю, для чего это вообще в ПВП. Единственное, можно вот это взять. Так, и что ж, думаю так, я попробую их реально вынести. Если я их убью, с вас реально лайкотик. Ну, потому что я очень старался над этим видеороликом. Я копил очень много коинов. Ну и погнали. Я залетаю на него, просто даем ему тычеч, бафаемся. Ой-о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 й. Тихо-тихо. Он откидывает уже перку. Но это вообще, чувак, я же еще ничего не сделал. Да ты уже перку откидываешь. Я же только забафался. Алло, тормози. Джонни. Он реально, его буду называть Джонни. Ну как такого чувачка еще назвать? Тормози, сюда давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это плохо. Это очень плохо. Это, блин, это щит пац какой-то. Давайте пьем зельку стремительности. Это мы выкидываем. Просто начинаем его преследовать. Ух. Джонни, ты реально, ты был для меня другом до момента, как ты меня убил. Вот, сейчас я буду тебе мстить. Я буду серьезно тебе мстить. Сейчас мы ему сносим тотем. Ну, я обязан тебе тотем снести. Ну, чувак, тотем обязан. Тотем, ну, блин, ну, какой гэпл. О, все, тихо. Дали ему тотем. Меня он сейчас сам сольет, ты че? Алло, ты не балдей, че ты меня собирался убить, да? Так, еще один тотем, давай, прописывайся. Но ты обязан тотем прописать себе. О, все, еще один тотемчик. А, у него тотема больше нет. О, так это все, чувак. Это дорога прямая к этому белому свету. Ну, в игре, конечно, не подумайте. Прописываем еще. У меня сейчас килка пропадет. Чувак, ты че? Быстрее сдыхай. Убил. Я его убил. Это кидрагона. Валим. Пока его друг не пришел, надо валить. Охренеть, это за 4. Это плавает за 4. Офигеть, надо как-то сваливать отсюда, блин. Ой, это их дом. Ё-моё. Ну, у них, конечно, крутой дом. Слушайте. Вот зацените чисто. Ладно, пропустим. Так, о, все, это прошло. Тапаемся на хом. И давайте посмотрим, что мы вообще выбили.
Конечно, мы уже поняли, что мы выбили очень топовый рец, а именно за четверку. Давайте это тогда сейчас все на себя накинем. Это мы выкидываем временно, а это мы надеваем. Офигеть, я реально не думал, что я его смогу убить. О, лук. Я же говорил, лук выбей. Ну, я же говорил. Так, ну тут сразу третья, а тут нет ее. Поэтому давайте лучше оставим. Можно вообще, честно говоря, с топора фигачить. Ну, это мы потом оставим, думаю. Так, после этого мы, собственно, выкидываем это и... Вот так вот. И также я себе закупил одну силочку. Ну реально, я очень хочу нормально попехаться. Вот прям на ролик. Написать вам контент. А также берем вот это исцеление. И идем на РТП. Надежда то, что мы не умрем и кого-то найдем. Я решил прийти на варп ВП. Тут есть один чел со стойкой, вон Маври. А есть вот такой Димка сосиска. Можно его попробовать, собственно, убить. Но у него там очень лютый тиммейт. Давайте мы тогда забахаем сейчас. Если что, я попробую ливнуть, собственно. А хотя нет, нашел новую цель. Давай, чувак, затохни ты. Я сейчас его реально убью. Убил одного. А одного слил. Слил одного. Охренеть. Что происходит? Что происходит? Реально, что происходит? Это читер. Это софт. Перка. Перку откинуть. Все, я откинул. Главное, откинул. А на остальное пофиг. Все, я ливнул. Это было капец как сложно. Я реально думал, что я умру. Я выбил еще один кидрагана. Сейчас я попробую это сложить. А... Офигеть, блин, я просто залетаю сразу. У меня очень люто поменялась цель, я вам так скажу. Держу еще одного чела. Хочу его, конечно, скинуть, но надо силку взять. Для киллов я подумал, что буду брать силку, так как, ну, реально, по-другому нельзя. А всяких хит-стартеров я убивать не хочу. Поэтому мы сейчас это все вылаживаем и пойду на хоме себе возьму силочку. Я сейчас наблюдаю, как два чела пушат одного. Еще наблюдаю еще одно явление. Там еще один чел есть. Ну, в принципе, давайте попробуем прям его погасить. Ой-ой-ой, меня сейчас загасят такими темпами. Вы чё? Я не причастен. Вот этого Альдимовича надо... Блин, дать ему? А, меня паска сливает. Понятно. Ну, я такой видеоролик у меня получился. С этими китами, если честно, немного сложновато играть, если администрация Real World их немного сделает лучше, потому что все-таки ты тратишь свои коины. А за эти коины, которые я потратил, можно уже купить себе, ну, к примеру, вот, если зайти в раздел вещи, можно уже купить себе две чарки на кит-читера. А кит-читера это за 3, ну, вот, кит-читера, да за 4 бы повысить, а вот кит-про, да за 2, за 1. Тогда бы было вообще имбово, и было бы реально нормально и приятно играть, потому что ты покупаешь этот кит, и сразу знаешь, что с ним реально можно играть. Вот эти блоки, ну, они там реально, как по мне, не нужны, лучше бы лук добавили. Также, в принципе, перлы и хорс. Это лично мое мнение. Тут вам можно добавить, напишите в комментариях, пожалуйста. Я всех почитаю. Ну, а я всем желаю удачи. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч.